В этот день мы должны поблагодарить Бога за то, что мы имеем, за то, что у нас есть. Всем доброе время суток, ребята, дорогие мои друзья, братья, коллеги и близкие. Это говорит о чем? Это говорит о том, что скоро у них будет еще один сладкий махмудовский ребеночек. Ура! Ура! Давайте поаплодируем, кто хочет, чтобы был мальчик. Кто хочет, чтобы родилась девочка? Раз, два, три! Задуваем! Бля, реально волнуйся! Девочка! Девочка! Так что все, кто голосовал за девочку, вы были абсолютно неправы! Ой, мальчик у нас. Сейчас объясню. Ну, в общем, пошли мы на скрининг, как все обычные родители, которые готовятся к гендер-пати, узнать пол. Только ради этого же ходят на скрининге и на УЗИ. Пошли, узнали пол. Врач нам написал на бумажке пол, как мы думали. Настал тот самый день X, 21 февраля, мой день рождения. Мы с супругой решили сделать гендер-пати на мой день рождения, чтобы затратно не было, сразу двух зайцев убить, так сказать. Заказали торт через подружку сестренки жены, моей жены, сестренки, ее подружка. Я надеюсь, вы не запутались. Дали мы, значит, эту бумажку. А сестренка тоже не хотела знать пол, тоже хотела, чтобы для нее это был сюрпризом. Не посмотрела в эту бумажку и скинула, сфотографировав, грубо говоря, закрытыми глазами, скинула это фото своей подруге. Подруга ей в ответ говорит: «Я тебя поняла, все тут ясно, все будет сделано». Ну и в итоге произошло то, что и произошло, как вы видели, у нас был замечательный торт с розовой начинкой. Это бордовый цвет. И мы все обрадовались, что у нас девочка. А в итоге, что получилось? Врач нам не написал пол ребенка, то есть мальчик, девочка. Врач нарисовал гендерный знак ребенка, гендерный знак пола. И нарисовал гендерный знак мальчика. Вот. И получается, виновата сестренка со своей подружкой. Сестренка за то, что не посмотрела бумажку, а подружка за то, что не разбирается в гендерных знаках. Садись, двойка тебе. Но в целом все прекрасно. У нас родился кто? Назар, братишка. Но полное его имя — Назар Халиф Муса. Просим любить и жаловать. Всех обнял, всем мир. Салам алейкум.